Так, вроде как вспомнил я, где квест находится. Там какой-то тролль с накерами. Сейчас посмотрю на карте. Где-то здесь, по-моему. Или здесь. Ладно, сейчас проверим. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Ты слышал когда-нибудь? Глаза у тебя как у кота. А мышей тоже вот? Так, может, здесь? Давай, бомба! Интересно, хватит у него денег менять?
нехорошо. И что у тебя в котле? Суп де труп. Старый тролльский рецепт. Там внутри только хорошие улитки, жабы, черепа. Всякая зелень, чтобы пахло. А под конец один накер для вкуса. Ты делаешь из накеров суп? Ха, тут они взбесились. Один накер, говорю. Больше не надо, а то вкус не тот. А те другие сами прилезли. Я их сюда не звал. Ну, ты сунул одного из них в котел. Ничего удивительного, что они обозлились. Так они тоже хотели в суп? Завидовали? Скорее нет. У меня их теперь много. Может, подливку сделать? Накер лучше, если немного погниет. Соус гуще. Людь хороший, помог. Вот тебе награда. Это же голова эльфа. Эльфы хорошие, как помидор.
какой-нибудь агент. Был в Новиграде. В Новиграде. Дядька говорит, ты убил Джонни, что ела людей. Отец меня брал когда-то. Видно, продать хотел. Броница 10-й дорогой обходить. Подозрительно ты выглядишь, принуда. А! Вот ведь. Здравствуй. Здравствуй. Покажи. Будь здоров. Так, тут у нас забагался мужик.
который в гуля превратился. Теперь помедленнее. Здравствуй. Покажи. От зараза, денег-то у него нет. Будь здоров. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый.
подействовал. Будь здоров. Эх, не повезло. Не надо ли тебе чего, мастер? Оставить можно. Будет что-то для крафта. Может, какие бутылки сделать. Дала бы я тебе скидку за эти твои геройские подвиги, но мама... Прошу. Что у тебя там? Будь здоров.
4 карты из тысячи лидеров у нас за турнир на Викраде высокие ставки. И Кайр Мортин это Трис. Вроде как у Ламберта. Опять голова болит. Если бы мой старик был такой же отважный, как ты. Ты верно? Покажи. Бывай. Так, заказы. Что ли сходить на скеллиге? Или сюда сходить. Что тебя привело? Я видел объявление. Кто-нибудь может рассказать о чудовище? Я могу. Наш патруль пропал на южном берегу Моречка. И мы пытаемся понять, что случилось. Почему ты думаешь, что это работа для Ведьмака? К югу отсюда есть деревня Кирпичников, Стёжки. Сейчас оттуда почти все жители сбежали. И все твердили, что там завелось чудовище, которое людей убивает. Реданские патрули не заходят в эти края. Обычные бандиты не нападают на армию. Остается только один вариант. Монстр. Узнай, что стало с нашим патрулем. Империя ценит жизнь своих солдат, так что за хорошую работу будет достойная награда. Вы слишком мало денег обещаете. Столько мы сможем заплатить. Согласен. Я проверю, что случилось с патрулем. Может, в Стёжках и правда завелось чудовище. Хорошо. Yeah.
покончим с этим. Эй, есть кто живой? Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности. А, ведьмак! Что тут случилось? Нильфгардцы пришли. Грабили, искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил? Не вы же? А я-то и не знаю. Должно быть, те бестии, каких вы поубивали. Чем-то тут смердит. Я не о трупах. Что случилось, то и случилось. Чего ворошить? Вы что-то скрываете, я собираюсь узнать, что именно. Да нет тут ничего. Даже черные ничего не нашли. Не стой на пути. Это работа гулей. Шансов. Челюсти способны раздавить панцирь. Силой внутреннее кровотечение. Запах крови еще сильный. Попробую пройти по нему. Ничего нет. Следы ведут к этому дому. Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Спрашиваю последний раз. Что стало с нильфгаардцами? И что за этой дверью? А я почем знаю? Послушай, если ты мне все не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней ходы. Ходы? Развалины эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. Никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну каморку, а там спала бестия. Отпорки мы посворачивали, чтобы свод обвалился. Ну, должно быть, чудище не прихлопнули.
Как выглядел этот монстр? Под землей темно было, я не видел. Тогда как он убивал нильфгаардцев? Я сбежал, так что не рассматривал. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землей. Давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логова чудовища, засыпали вход, но нильфгаардцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила черных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так все и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы. Клочки меха. Это и Кима. Она залегла здесь в спячку и дремала, пока мужики ее не разбудили. Дошки наверняка можно поднять.
подсчетом трофей, шанс критического удара неплохо. Боги! Он вышел живым! Под землей дремала Экима, старая. Думаю, спала там много сотен лет. Экима? Вампир. Он вас больше не побеспокоит. А вы отрезали ему башку и пробили сердце осиновым колом? Я сделал все, что нужно. Не спускайтесь больше в эти туннели. Экимы поодиночке не живут. Мы вас, правда, что не нанимали. Но, должно быть, вам причитается. Причитается, причитается. Плати. Удачи. Тебя привело. Я по поводу пропавшего патруля. Я был в стежках. В деревне завелся вампир. Так вот почему они не вернулись. Да, даже отряд солдат не справится с Экимой. Мы похороним их с почестями, а ты заслужил награду. Держи. Yeah,
Можно на скеллиге съездить. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Лишь бы сильнее не лил. Приветствую, ведьмак. Я по поводу пропавших горняков. Может, я смогу помочь? Рассказывай, в чем дело. Ну, ходят слухи, что в горах к северу отсюда есть серебро. А поскольку нам деньги нужны, и надо дракары к набегам готовить, мы послали нескольких ребят посмотреть, много ли правды в этих слухах. Вот они и не вернулись. Надо их искать, а это займет много времени. Мне придется поднять цену. Лишь бы не слишком высоко. Горстку крон я, пожалуйста, докину. Ради наших ребят. Ладно, договорились. Серебра в горах может и не быть, а вот чудовище есть обязательно. Проверим, может, на них горняки и наткнулись. Спасибо, ведьмак. В прежние времена столько чужаков на островах. Горняков. Может, будут какие-нибудь следы? Они наткнулись на богатую жилу, но что-то пошло не так. Человеческие следы. Как от тупого оружия, грудная клетка вдавлена внутрь. Здесь кто-то полз, кто-то со сломанной ногой. Oh!
деревья сломал не ветер, а что-то... Что-то очень большое. Множество ран и синяков, кости переломаны. Серебряная руда. За ней они пришли, за нее и погибли. Серебряная руда. За ней они пришли, за нее и погибли. Поговорим. Хорошо, но ты спокойно, а то я тебе хрясь, как тех. Вот именно, зачем ты их хрясь? Они вошли в дом. Я говорю, люди вон, они хрясь, хрясь мои камни. Вот и я хрясь. Это тебе даром не пройдет. Ты вот зараза. Мощный тролль. Хочу Подожди, давай поговорим. Хорошо, но ты спокойно, а то я тебе хрясь, как тех. Вот именно, зачем ты их? Они в... Это... Come on!
иди сюда. Здоровье дает просто. Скажите, ребятки, куда это вы собрались? Семус был там на ярмарке, продавал меха. Говорит, гарнизона нет. Кто для тебя это чародей? Ну да. Йеннифер, да? Войска послали, должно быть, против черных. Нашел горняков, они зашли в пещеру тролля и застали его дома. И никто? Никто. Но тролль больше никому не причинит зла. Слабое утешение. Все-таки награда мне полагается. А, возьми. Счастливого пути. В прежние времена столько чужаков на островах не было. Тут я пошарился хорошо. Наверное, только на суше остались места.
нас еще не